Астропрогноз на 3 апреля. Овен. Есть шанс показать себя на работе с другой стороны, взявшись за важное задание в одиночку. Телец. Необходимо позаботиться о физическом здоровье, если есть предпосылки простуды или гайморита. Близнецы. Есть альтернатива старой работе? Тогда без раздумий беритесь за новые дела. Гороскоп не обещает помех. Рак. Постарайтесь отвлечься от всего, что мешает вам мирно сосуществовать с людьми. Лев. Если вы нацелены на высокую карьеру, то следует учиться и не бояться рисковать. Дева. Любовная сфера устроится быстрее, чем казалось. Сделайте первый шаг к примирению. Весы. Возможно, разногласия с коллегами, но это поправимо. Будьте аккуратны в быту и в работе с острыми предметами. Скорпион. В бизнесе вам улыбнется судьба. Наберитесь терпения. Стрелец. Не рекомендуется говорить о том, что нужно держать в секрете. Будьте сдержаннее в эмоциях. Козерог. Вы почувствуете, что пришло время не только говорить, но и делать. Водолей. Не рекомендуется разменивать энергию по мелочам. У вас есть дела поважнее. Рыбы. Сегодня вы будете такими разумными и деятельными, что сможете выполнить даже прошлую работу.